Kazakhstan has an expansive territory characterized by a complex terrain and long distances between cities. Residents to primarily rely on long-distance coaches for their travel needs. Buses operating here not only face an extreme climate, but also have to overcome numerous challenges, including ultra-long distances, corrosion caused by snow-melting agents, and rough road conditions. What makes a good bus for operators? Let's listen to the answers of the Kazakhstan company Vector Service and number 3 bus park. Занимающийся пассажирскими перевозками с 2010 года. На сегодняшний день работаем как межобластные перевозки пассажирские. Дорожное покрытие, которое внутри области, оставляет желать лучшего. То есть как бы ходовая часть автобуса, трансмиссия там, ну, имеет большие нагрузки. Ютонг отличается тем, что он все-таки на балке. То есть передняя подвеска гораздо надежнее в эксплуатации, менее подвержена всем неровностям дороги. Ну, вы тоже знаете, что у нас не блещет. Но тем не менее, то есть топливная аппаратура ведет себя замечательно. Топливо здесь на 100 километров, ну, порядка 5 литров экономии. То есть ютонг на сегодняшний день – это более бюджетная по стоимости техника, которая по качеству никак не уступает европейским. В управляемости очень легкий, тормозная система хорошая, зимой теплый очень. Вот это тоже большой плюс, у нас зимы холодные. Почитай автобусу 10 лет, это все до сих пор, что все работает, все в исправном состоянии. ТО «Автобусный парк номер 3» города Караганды. Вот, основан в 1966 году. Занимается смешанными видами автобусных перевозок. Это внутри города. Количество автобусов 448. Значит, на автобусе я работаю 35 лет водителем. МАН был, и я пересел потом на эту машину. На это я 5 лет отработал. Потому что она очень простая в эксплуатации. Потом этот Кустанай. Практически весь Казахстан мы объехали на этих автобусах. Алмата, например, 1100. Чимкент 1800. Вот так. Да, она хорошо проходит. Мягко. И у ней балка спереди. Поработал где-то лет 7 на ней, 6. Отказался, сел на этого. Этот крепче. По деревням, по совхозам, по нашим дорогам. Это отличная машина. Вот на иномарках обычно год-два, да, они не работают. Эти машины с 2014 года, у всех кондиционеры работают. И вот эти холодильники работают. 11 лет, особых таких коррозий нет. У нас первый ютонг, миллион прошел, уже они снимали. 13 лет, не подвергли ни одному капитальному ремонту. Ну, так-то комфортно, конечно, в салоне. Чистота, порядок. Нормально, вахта жрет, вахта парад, джайля. Я кубатрам. Extending the life cycle, increasing environmental adaptability, and enhancing profitability ultimately provide long-term value for customers, which is the mission of the C-Series product family. The new generation product, C12 Pro, inherits the advantages of the 6122H, continuing to set the next million kilometer record and providing passengers with a better journey.